В Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении мошеннических действий. В ходе следствия установлено, что злоумышленники, действуя сообща, обменивали фальшивые купюры достоинством 1000 рублей на денежные купюры государственного знака номиналом по 100 и 500 рублей в лотерейных аппаратах на территории города Подоль. Фальшивые купюры были распечатаны на цветном принтере и имели специальную магнитную ленту, которую считывал лотерейный аппарат и принимал за подлинную купюру. Общая сумма ущерба составила 41 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело.